Всем привет, вы на канале Кантана. И сегодня мы проходим миссию под названием «Вещи знаменитостей». Так, а что куда? О, смотри, какая цыпочка. Sorry, sugar. Don't pay me no mind. Иди сюда. Excuse me, sugar. That's my fault. Goodness me. Would you open your fucking eyes? Короче, нас сразу сваливает, да? Так, нам надо пройти на гольф-площадку. Надо нам ускориться немножко. Что-то уже, по-моему, чувак подустал, нет? Еле дышит. Что, придется? Let's party. Так, подожди, а как без игры? Так, подождите, а где тогда этот чувак-то? Так, ладно, выйдем из игры. А, мне надо просто зайти без всякой игры. You make me happy, I'm a bitch. I ought to teach you a lesson. You don't scare me. Sorry about that. I didn't mean to. Hey, buddy, that memo was hilarious. Давай. Но мне ничего так нормально вышло. I persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your museum of dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon. I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Так, поедем до следующей миссии.
эту поедем. Поедем, посмотрим, что у нас там за миссия следующая. Тачку-то ничего так выжимает. Ништяк. В GTA хорошее управление. В принципе, на любой машине не паришься. Чуть-чуть сноровки, да, даже если она быстро едет. И уже, в принципе, вписываешься в любой поворот. Ну вот так хотя бы. Блин. Полицию, наверное, вызовут, нет? Нет, повезло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это если видео было вам полезно. Я, по-моему, нашел еще не все сувениры. А, да, вот еще будет один сувенир. Вещь знаменитости, то есть. Попозже тогда уже за ней съезжу. Сейчас уже доедем до миссии. И будем проходить миссию. Нет, о, да повезло тебе, мужик. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока.